свернет. Здесь птицы не поют в лесу, с опавшей листвой. Здесь все пропитано войной. Здесь ночью был неравный бой. Ночь мгла, и в блиндаже все спят на посту. Двое лишь стоят, но никто не посмотрел назад. К ним в тыл врагов идет отряд. Но дремлет часовой, а враг недалеко. И вдруг к нему во сне пришел старик седой. И парень подскочил, он слышит топот ног. Но кто же к ним идет, сразу понять не смог. Сразу понять не смог. На ночь им видны они, спецотряд наемников враги. Идут, крадучись не спеша, но их ждут два паренька. Топот ног, они уж подошли, но огонь по ним уже открыт. Спецотряд против восьмерых. Взрывов гул, и все кругом горит. Подствольников щелчки и свист пуль разрывных, и мухи, и шмели, и все было у них. Нас восемь человек держали под блиндаж, лишь мертвый лес кругом. Нам в помощь лишь Аллах, нам в помощь лишь Аллах. На отход нам надо в лес назад. Мы лежим, сжимая автомат. Подмоги нет, и сделали заслон. Со всех сторон идет огонь. Пулемет очередь послал в этот миг. Я друга потерял, заряд подствольника и взрыв. И стон среди нас уж нет двоих. Мы сделали рывок, успели отойти. Все ранены среди нас, и все оглушены. Но до подмоги мы держали высоту. Недолгим будет бой, все близится к концу. В неравной схватке той друзей я потерял. Ведь в тыл дорогу к нам предатель указал. Но точно помню я, как он в ночи стонал. Одним из первых он сражен был на повал. Сражен был на повал.
сиженёр. Здесь птицы не поют в лесу с опавшей листвой. Здесь все пропитано войной. Здесь ночь